Привет, народ! Добро пожаловать на наши покатушки. Для тех, кто на канале недавно, и влоги здесь тоже бывают. Сегодня мы отправляемся в путешествие, едем в Москву. Ну, в ту Москву, которая находится у нас в Айдахо. Там второй по размеру большой университет штата Айдахо. Туда поступила моя дочь, и туда мы ее повезем. Если интересно, кто давно уже не был, вот так выглядит мой задний дворик сейчас. Маленький такой экскурс, пока там все собираются. Здесь у меня виноград вот растет. Сейчас пройдем, покажу вам. О, это голуби тут улетают. Здесь у меня несколько кустиков с помидорами, пару кустиков с огурцами. Клубника, которая не приносит плоды из-за того, что слишком жарко. И острый перчик. Помимо этого, два дерева со сливами. И там вот клен растет. А если посмотрите с этой стороны, здесь два маленьких можжевельника. Погода сегодня идеальная для дороги. Даже так вообще как-то вот дождик сейчас будет накрапывать. Ехать будет не жарко. Примерно где-то 5 часов в один конец. Но сейчас идем завтракать и будем загружаться. Бабушка тоже будет завтракать? Тоже будет завтракать. Бабушка плачет. Да ну рано еще. Все, мы поехали. Первая остановочка в дороге Ла Гранде. Остановились размяться, покушать картошечки фрайсик, взять кофе из Макдональдса. Боже, как тут классно, как тут хорошо, как тут свежо. Ой. Ехали-ехали, наконец приехали. Вообще, эта часть Айдахо даже не похожа на Айдахо. Где-то даже на Калифорнию какую-то похоже, или Вашингтон, или Орегон. Все зелено, и погода совсем другая, и выглядит все по-другому. Но все равно Айдахо. Смотришь эти на машинах номерные знаки все Айдахо. Ой, ну классно. Блин, как я зажарился в нашем Бойзе, а тут прям красота. Еще не Москва, еще нет, но очень-очень близко. Так, поехали чек-ин в гостиницу делать. Интересная история. Короче говоря, мы заехали в комнату 343. Заходим, а там запах такой, как будто бы кто-то потники развесил по всему этому, по всему номеру. Ну там дверь была на балкончик, все дела. Они только, видать, закончили убирать и не попшикали или еще фиг знает что. Но мы такие, блин, воняет, невозможно, как спать будем. Пошли, попросили, нам дали другой номер, такой же самый. Тут две кровати размера королева. Так что будем тут. Мы находимся в 30 минутах от Москвы.
Потому что завтра день, когда заезжают студенты, не только в этот университет, а еще есть один университет, который называется Льюис и Кларк, тоже туда будут заезжать. И все переполнено, потому что родители поприезжали со своими детьми. Но зато посмотрите, какой вид. И еще удачно сегодня лучше видно северное сияние. Надо не забыть и проверить. Мы находимся в очень северной точке сейчас Америки, вообще недалеко от Канады. Так что если и где и будет хорошо видно северное сияние в Америке, то здесь. Ну что, мы приехали. Привет, Москва. Вот ты какая. Это Линен Хоумтаун на следующие, yeah. Сколько, 9 месяцев? 9 months? Да, я думаю. Вот это символ университета Линкольна. Потому как здесь прохладнее, уже такое чувство, как будто бы осень пришла. Как будто бы уже все. Ну, Линки, школа начинается, Вовика тоже завтра школа начинается. Осень, я уже готов полностью к осени. Мы привезли Лину в университет, а радуется, похоже, Стивен больше этой поездки. Он вспоминает, а я когда был в университете, вот точно так же были кафешки, точно так же можно было ходить, так же это. Короче, Стивен через Лину переживает свои лучшие студенческие годы. Нет, конечно, классно то, что здесь не жарко. Я понимаю, что зимой здесь будет намного холоднее. Но сейчас приехать из нашего жаркого Бойси куда-то, где всего плюс 16, и дыма нет, это вообще полный кайф. Сейчас походим, посмотрим на Линкольн студенческий городок, а потом уже пойдем где-нибудь поедим. Так, не успели Линку завести, тут уже полицией все лентой попечатывали, людей поразгоняли оттуда. Что-то происходит. Смотри, надо узнать. О, тут эта военная машина приехала. Офигеть. No, это твое здание, no, Лина? Это Линкино общежитие. А вот напротив в общежитии происходят маски-шоу. Короче говоря, здесь привозили таких преступников, которые не супер опасные, их привозили для того, чтобы работать на территории, готовить университет.
и кто-то из заключенных сбежал. Короче говоря, окружили все лентой, поприезжали маски-шоу, приехала полиция, сейчас будут его крутить. Ну, блин, если кто-то получил небольшой срок, такой, что ему разрешают работать за пределами, он только что себе испортил абсолютно всю жизнь. Теперь никуда не будет вылазить, теперь никуда его не выпустят. Вообще настолько высокие и старые деревья, что солнце вообще не проникает. Такое ощущение, как будто здесь сразу же вечер. Но классненько. А ну-ка, лицо Джорджа Мартина здесь нет. Если увидим концовку «Игры престолов» или нет, ну-ка. Не, не работает. Не. Жопкой надо прислоняться. Lead the way. На этой улице находятся дома, в которых живут братство и сестринство. Знаете, вот эти вот то, что греческие буквы. Она говорит, что-то 25 или 26 домов здесь. Что-то такое. Тут уже комплименты я отхватил. Молодежь тусуется. Интересно, если б ночью да в очках я пришел сюда, меня за студента еще приняли бы? Или уже сказали: дедушка, идите отсюда. Ой, все, наелись, еще и десерта поели. Теперь надо ехать обратно в гостиницу. Ух. Доброе утро, проснулись. Там у нас Вовчик уже в школу пошел. Вовчик 11 класс сегодня. Да, у нас не 1 сентября школа начинается. А мы сейчас пойдем позавтракаем и поедем в 10:30, открывается общага, и будем туда загружать линку. Так что еще немножечко отдыхаем, и потом поедем. Такой вот завтрак, бесплатный, между прочим. Apple juice, no ice. Йогурт. Ну, немножко потеплело, не сильно, но есть такое дело. Все, мы идем сейчас парковаться, брать ключ от Линкиной комнаты и пытаться перетащить вещи. Начинаем. Короче, за Линку переживать вообще не нужно. Мы приехали, тут ребята, которые носят, помогают переносить вещи в общагу. Она уже раздружилась, разговорилась, узнали, кто откуда, чего учится, кто сюда приехал, кто на каких факультетах. Все, уже идет там, разговаривает, чирикает. Все, привезли Дотю в университет. Дотя, Дотя. Дотя.
Мы только что обменялись ненастоящим. Ненастоящей обнимашкой, ну потому что там потом будем обниматься, будет не до камеры. Пока залезем в машину, завезем Лину, высадим. Все, закончились наши приключения, начинаются Линкины приключения. Ну, нам еще доехать домой надо будет. Ну, в принципе, вот так вот. Все, дома доехали. Практически 6 часов ехали обратно, потому что там ремонт был на дороге. Ну все, все уже дома. Чувствую себя, конечно, как дед из сказки Морозко. Вывез дочку, оставил где-то там. Ну пока что там не холодно, пока Деды Морозы там не лазят. Пускай обустраивается. Пошел я отдыхать. Спасибо всем, кто посмотрел. Спасибо большое нашим спонсорам, которые поддерживают канал. И можете написать какой-нибудь приятный, положительный комментарий под этим видео. Все. И оставить лайкос. Всем всего хорошего. Пока-пока.